хотим представить вам новый формат мероприятий. Мы его посвящаем приближающемуся празднику Дню России. Над созданием данного мероприятия совместно трудились представительство Республики Дагестан в Тюменской области, кинотеатр «Синема Парк», Общественная палата Тюменской области, Координационный совет по делам национальности Тюменской области, Комитет национальности Тюменской области. Приглашаю на сцену и передаю слово постпреда правительства Республики Дагестан в Тюменской области, доктор технических наук, профессор, председатель диссертационного совета при Тюменском индустриальном университете, заслуженный геолог Российской Федерации Ярагим Мамаевич Курбанов. Здравствуйте, уважаемые земляки, земляки тюменские, земляки дагестанские. Это слово раньше в советское время не особо воспринималось как земляк, а сейчас это стало своего рода брендом. Я этому научился у нашего губернатора Александра Владимировича. Он часто использует это слово, обращаясь к нам, тюменцам. Добрый вечер! Хотелось сегодня пожелать всем участникам приятного кинопросмотра, для того, чтобы жители Тюменской области открыли для себя Кавказ. Уникальный Кавказ, где можно очень культурно, информативно провести время, куда можно с удовольствием приехать, привести новых, хороших, знакомых, друзей. И я считаю, что сегодняшнее мероприятие – это еще такое этнографическое, такое ваше путешествие в мир жителей Кавказа. И это очень важно – поддерживать и развивать все многообразие, весь букет национальных культур в нашей многонациональной стране. Но в заключение я также хочу пожелать вам хорошего, приятного просмотра. Вы знаете, он подталкивает к изучению истории. Я вот честно скажу, вчера открыл книги и стал искать вот в исторических источниках, да, описание вот тех событий, чему посвящен фильм. Значит, я надеюсь, что и те молодые наши жители, которые просмотрят фильм, заинтересуются этой историей, будут читать, значит, лучше знать историю нашей многонациональной Родины. С наступающим Днем России, уважаемые друзья! Спасибо.